Скверные скверы. Сегодня глава Красноярска Эдхам Акбулатов побывал в зеленых зонах Красноярска, которые нуждаются в реконструкции. Он остался недоволен качеством выполненных работ. Например, на месте предполагаемого парка 400-летия Красноярска в Советском районе он увидел пустырь, хотя уже осенью там должно быть все готово к высадке деревьев. Сквер, он и есть сквер. Это не площадка для освоения денег различными подрядными организациями, а это законченная территория, которая гармонично сформирована и поставлена точка на этом. Коллеги, я вот хочу сказать, что я не буду сейчас приводить примеры, но я уже столкнулся с тем, что мы выполняем работу, лишь бы освоить деньги.